Всем привет, друзья! Вы на канале Звезды шоу-бизнеса. Ван растет веселым и активным ребенком. Накануне супруга юмориста опубликовала забавное видео, на котором она играется с мальчиком. Брухунова поздравила подписчиков с Днем Победы, пожелав мирного неба над головой. 32-летняя уроженка Тулы Татьяна Брухунова показала трогательное видео, на котором она играется с сыном от 75-летнего юмориста Евгения Петросяна. Судя по всему, годовалый Ваган растет жизнерадостным, веселым и активным мальчиком. На ролике Брухунова нежно целует сыну лицо, а тот заливисто смеется в ответ. Супруга Петросяна посвятила публикацию сегодняшнему Дню Победы, пожелав подписчикам мирного неба над головой. «Лишь бы не было войны, и ни одному поколению больше не пришлось пережить ее ужасы», – написала Татьяна. Пользователи сети бурно отреагировали на опубликованный помощницей Петросяна ролик. «Милое видео, так выглядит счастье, такой сладенький мальчик. Какой нежный смех, самое позитивное видео. Здоровья и удачи малышу. Вы такие счастливые, чудесная семья, с Днем Победы. А Ваганчик пусть растет на радость вам», высказываются комментаторы. Напомним, что мальчик появился на свет в марте прошлого года в Дубае. Его назвали в честь отца юмориста Вагана Межлумовича. У Евгения Петросяна также есть дочь Викторина от первого брака, которая закончила исторический факультет МГУ и работала организатором выставок. Татьяна Брухунова, которая трудилась помощницей и концертным директором Петросяна, стала уже пятой супругой артиста. Пара официально узаконила отношения в декабре 2019 года, хотя их роман начался задолго до этого. После встречи с Брухуновой народный артист РСФСР развелся с Еленой Степаненко, союз с которой продлился более 30 лет. После этого бывшие возлюбленные устроили скандальный раздел имущества. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы первыми узнавать самую интересную информацию из жизни знаменитости. До новых встреч!